В Петродворцовом районе бум браков петербурженок с гражданами Грузии, Узбекистана и Азербайджана. Однако прокуратура к такой любви относится с подозрением. Зачастую опасения правоохранителей не лишены смысла. Только с начала этого года было выявлено 5 браков приезжих с петербурженками без намерения создать семью. Намерения женихов и невест иные. У россиянок получить вознаграждение. Интерес мигрантов – поставить штамп в паспорте и с ним уже наведаться в миграционную службу. Конечная цель – получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Сотрудниками прокуратуры дается либо поручение сотрудникам ФМС, либо сотрудникам полиции, либо также самостоятельно получаются объяснения от граждан РФ, от иностранных граждан, подробности, да, соответственно, о семье, располагают ли они сведения о близких, родных, где, соответственно, проживают, ведут ли совместное хозяйство, имеют ли совместных детей. Если брак фиктивный, лжевлюбленные на такое количество вопросов ответить не в состоянии, поэтому прокуратуре приходится подавать иски о признании регистрации в ЗАГСе недействительной.